Доброго времени всем добрым людям. Торговый центр Талово. Здесь имеется вот множество магазинчиков. Слева Дрогос еще есть. Аптека. Аптековский магазинчик. Дальше казино. На углу на углу магазин Рими. На той стороне торговый центр Максима. Здесь поликлиника. Остановка транспорта из центра. А на той стороне остановка транспорта с кольца. Здесь у нас оптовая база цветочная. Здесь продают частники свою продукцию, овощи. А здесь, по-моему, или рыбные, или мясные полуфабрикаты. А может, уже и продукцию. Сейчас мы глянем. Рыба. Вот такой район. Зеленый, очень зеленый. Много-много этажек. Все постройки конца советского периода. Здесь магазин Мего. Впереди, я уже говорила, еще. Очень удачное место. Быстро из центра можно добраться сюда. Парковки имеются возле каждого дома. Вот и все, что я хотела рассказать об этом месте. Смотрите, Алина. Всем пока. Доброго настроения, хорошего дня. Сегодня пасмурно у нас, хотя тепло, 20 градусов. Так, это улица Сахарова. Транспорт идет. Автобус 3, троллейбус 22. И еще какой-то маршрутки ходят. Магазин Мего. Впереди там квартал. Магазин Максима будет, торговый центр Сахара. И вот вперед идет улица Руденс. Это поликлиника. Бывшая 7-я. Здесь торговый центр Талово. Вот остановочка здесь, если из центра. А в центр вот на той стороне, где сейчас троллейбус остановился. Или это автобус. И вот здесь двор дома 10. Вот за 19-м высоким. Следующий длинный магазин, дом, это Руденс 10. То, что вас интересует. Вот такие каштаны здесь во дворе. Парковка возле дома. Дом длинный. Подъезды с этой стороны. Руденс 10. С левой стороны торговый центр Талово. Там есть продуктовый Максима. А наверху одежду можно купить детскую. Там ломбард. Так, просили с этой стороны показать. Покажем с этой. С другой стороны. Здесь где-то частный детский садик должен быть. Судя по плану. Такие дома советской постройки. Ветер сильный сегодня. Ветер. Вот там детская площадка. Игровая. С левой стороны садик. Ветер. С этой стороны выглядит так. Двор такой. Про садик я говорила. Есть где погулять. Тихое, спокойное место с детьми. Дальше за садиком детская, это спортивная площадка есть. Вижу волейбольную сетку.
птицы поют. Тихо, спокойно. Классно.